Здравствуйте, меня зовут Джули По, и мы продолжаем наш проект «Лабиринт». Ранее мы уже рассказывали о том, что вся наша программа жизни, или судьбы, или кармы, она подчиняется каким-то странным математическим законам, так словно человек живет в какой-то некой компьютерной программе. Но удивительно, что даже ученые подтверждают, что эта компьютерная программа не просто существует, а у нее есть определенные законы, правила, по которым она живет. И если мы, эзотерики, изучаем ее с точки зрения цифр, астрологии, хиромантии, физиогномики и других аспектов, то у ученых другой инструмент. Именно об этом мы поговорим сегодня в нашем ролике с Андреем Тюняем. Здравствуйте. Добрый день. Я знаю, что вы написали новую книгу «Душа механизма». О чем идет речь? Что за механизм? Книга «Душа механизма», вот я ее немножко так приподниму, покажу. Такая вот обложечка. Да. Это книга о новой философии. Интересная ее история. Где-то в 2013 году был такой объявлен конкурс, когда философы искали представителей новой философии, которые должны были не только привнести в мир новую философию, но еще и запечатать ее в художественный такой пакет. То есть преподнести ее читателям так, чтобы читатели не науку, философию, тем более еще новую читали, а некоторое такое художественное произведение, чтобы было более доступно, чтобы более переварим, чтобы люди не заметили, что в них, как говорится, вкачивают новые знания, которые, ну, как обычно всегда, люди противятся этому новому. И вот я тогда решил поучаствовать в этом конкурсе и как раз решил организмику, новую науку, которую я открыл, основу положил в 2002 году, я решил ее запечатать в такую художественную книгу и представить ее на конкурс. Книгу я написал, на конкурс не представил. Почему? Объясню. Философы, как всегда, немножко излишне заморочились. Они решили представление на конкурсе разбить на два момента. Первый — это должны были избранные звезды, люди, которых все знают, они должны были прочитать это произведение и представить его уже жюри. Ну, а жюри должно было вынести свой вердикт. Проблема была вот в этих людях, которых все знали. Мы потратили полгода, чтобы найти хотя бы кого-то из них. Их никто не знал, и найти их не смогли. Ни одного. Поэтому книжку не удалось представить на конкурс. Ну, не знаю, это, может быть, так было специально сделано, может, не специально, может, мы там не умеем пользоваться ни телефонами, ни интернетом, в то время не умели. Не знаю. Но книжку я написал. И в книгу я запечатал именно новую философию, которая была и сейчас остается в организмике в виде примеров, в виде сюжетов, в виде каких-то действий, каких-то ситуаций. И получился целый фантастический роман. Роман написан в стиле киберпанк. Я не скажу, что это модный, потому что такого понимания сегодня нет, что это модный или не модный. Просто киберпанк — это тот стиль, тот жанр, который позволяет ввести героя в цифровое пространство. И там уже герой в этом цифровом пространстве, информационном пространстве, он уже живет своей жизнью, включая само цифровое пространство. Он уже может трансформироваться, он может не совсем адекватно замечать время, например, двигаться по времени, обратно, ну и в любом другом направлении. Это дает определенную свободу для героя, ну и, естественно, для автора, то есть для меня тоже дает определенную свободу. А поскольку организмика, она достаточно свободная, наука вот в этом плане, то такой стиль подходил. Ну и плюс еще там фэнтези, философия осталась, то есть стиль такой широкий. И сразу забегаю вперед, что интересно, я просто на себе это ощутил странным образом, когда уж я проверял ошибки в окончательном варианте, то я обнаружил такой интересный момент воздействия. Книга меняет мышление человека, и после вот прочтения ее человек не остается таким, как был. У него уже вот оно как бы сменилось, как говорят сегодня, апгрейд сделан, и назад уже, как говорится, дороги нет. Он уже совсем по-другому воспринимает те вещи, к которым вот только что, недавно вот до прочтения относился, ну, как-то привычно. Ну, каждый автор же закладывает какую-то определенную суть, помимо того, что изложить сюжет. Ведь есть у каждой книги какая-то идея.
Вот наверняка ваши читатели уже делились информацией, что у них, какое мнение сложилось об этой книге. Это только-только вышло. Только-только, совершенно свежее. Да. Интересно. А вот вы затронули тему понятия того, что есть организмы, да? И организмы, они же тоже не бывают только живые организмы, есть еще неживые предметы. Ведь они все играют определенную роль в этой огромной компьютерной игре, там, по названию матрицы, как угодно можно назвать. Все ли объекты взаимосвязаны между собой? И как они, если они взаимосвязаны, то как они взаимодействуют? Начну чуть-чуть издалека, а потом вернусь именно вот к последней части вопроса. Ну, во-первых, по истории, потому что я уже предвижу вопросы наших зрителей по поводу того, мол, с чего, почему, как и как это так создаются новые науки, и, ну, как говорится, почему. Самое главное, почему и как. Сразу скажу, что организмика, она, конечно, новая наука, но у нее есть предтечи свои. Это книга «Органон», которую написал Аристотель. Эта книга лежит в основе всей философии мира. Она известна всем философам. Это настольная книга философии. Это как бы вот тот как раз отправной камень, от которого все, как говорится, танцуют. Или печка. В 17 веке новый органон придумал очередной ученый, и он туда ввел такие понятия, как такие новые понятия на тот момент, как масса, сила, энергия, то есть вот то, что было перед Ньютоном, после Ньютона, то есть вот этот новый органон, он как раз предугадал и обобщил то, что было важно на тот момент. Теперь вот следующий акт, так скажем, новейший органон, это вот организмика, которая обобщает те вещи, которые сегодня для нас важны. Прежде всего, это не масса ньютоновская, которая нас сегодня не интересует, потому что, например, компьютерные программы мы на весах не покупаем и не смотрим. Они весы и масса нас никак не интересуют. И сила тоже, ну, постольку-поскольку. А вот информация, которая содержится в каком-то продукте, нас интересует гораздо больше сегодня. У нас информационный мир. Поэтому новая организмика, она описывает информационный мир. И основа мира, мировоззрения сегодняшнего, она уже заключается в том, что мир сегодня только информационен. Уже материальность, которая была в ньютоновском мире, она отходит в прошлое. Ну, как пример я привожу, допустим, деятельность нашего американского товарища под названием НАСА. Они уже в информационном плане отправили на Марс кучу экспедиций, также документальный фильм сняли «Марсианин», как человек там и картошку вырастил, и пожил немножко успешно, и так далее. Но в материальном плане такого еще не было. И я сомневаюсь, что оно будет, потому что то, что мы называем Марсом, это, как говорится, не совсем планета в том понимании, чтобы на нее можно было отправить даже такого бравого актера, который снялся в этом фильме. Поэтому сегодня вот организмика, ее предназначение в том, чтобы ввести людей в то состояние, которое отвечает их наилучшему пониманию и наилучшей интеграции именно в состояние информационного общества. Вот сегодня, например, существует конфликт поколений. Ребенок рождается, у меня внук, например, ему 1.5 года, его интересуют только цифровые вещи. Вот он почему-то с рождения знает бесконечную ценность телефона, смартфона. Откуда он знает, непонятно. Его не интересуют никакие материальные объекты, которые раньше, ну там, я не знаю, погремушки какие-нибудь вот такого плана, он вообще никак не интересует. И в смартфоне его интересуют только информационные функции. Его не интересует, опять, он как предмет какой-то, вот которым можно, например, было бы забивать какие-то гвоздики. А у пожилого поколения сегодня как раз обратная ситуация. Они не понимают, зачем нужны все эти телефоны, почему люди, молодые люди, почему они не убирают телефоны от уха, там говорят, заболеешь, облучение и все такое прочее. Вот конфликт поколений, он идет сегодня вот на этом фланге. А раньше он шел там на других, но всегда это присутствует. И чтобы лучше преодолеть этот конфликт поколений, и чтобы лучше продвинуться вперед, чтобы занять, в конце концов, более выгодную конкурентную позицию уже молодежи, то, конечно, лучше знать философию современного цифрового мира. Она очень интересна, потому что она гораздо более широкая, чем материальная философия. И то, что организмы
описывается. То есть организмом является любой набор информации, ограниченной управляющей матрицей. То есть любой набор информации, какой мы могли бы только придумать, ну, в данном случае у нас совершенно неоднородная информация. Например, вот два стакана воды, книжка, светильник, два человека, два кресла. То есть абсолютно неоднородная. Но вместе это составляет тот организм, который мы называем телепередачу. И нельзя выкинуть что-то вот одно такое, чтобы телепередача не изменилась или как-то вот она стала бы, ну, не стала бы какой-то иной. То есть все органично вплетено в нее, и все имеет в ней, внутри этого организма под названием телепередача, имеет свою функцию, вполне определенную, и играет на конечный результат. Вот это именно это является признаком того, что каждая информация лежит, содержится внутри, присутствует внутри организма. Организм, термин, это не то, что система, потому что система — это немножко, ну, как бы, в основном всегда в системе подразумевается, что присутствуют однородные какие-то члены, ну, например, система роботов, система уравнений, то есть, ну, как бы однородные. А организм — это любой набор информации. Вот именно слово «любой», оно позволяет с точки зрения математики и философии описывать любой организм. Теперь вот что касается взаимосвязи. Здесь, конечно, уже мы переходим в математику и в представление пространства. Мы, я думаю, что все зрители сегодня, они понимают, что такое пространство реальности современной, вот действительно пространство. То есть, например, если человек находится здесь, другой человек здесь, третий человек там, то мы все связаны через одно пространство расстояний. От, до вас 1.5 метра, до него, допустим, 3.5 метра. И вот это величина расстояния между объектами в одном пространстве, она нас связывает в любом случае. Этот множитель, вот этот связи, он всегда стоит внизу, под чертой, как r квадрат. Ну, например, в законе гравитации r квадрат, в законе Кулона r квадрат и так далее. То есть это перемноженное вот расстояние двоих. Оно обозначает именно связь. И мы привыкли со школы, нам преподают, что связь у нас идет вот только по этому пространству, пространству R, то есть расстояние. Тем не менее, существует куча других пространств, например, пространство электрического тока, пространство времени, пространство объема, пространство массы. Каждая величина, абсолютно любая, она формирует свое пространство. И вот и показатель единицы, деленные на квадрат этой величины, он обозначает связь. Поэтому организм, само вот понимание организма, это тоже пространство. Пространство неких организмов. Оно, кстати, тоже достаточно однородное. То есть, вот, допустим, организм, мой организм, ваш организм, организм этой передачи. Мы находимся с точки зрения организма в одном и том же пространстве. И мы, естественно, связаны опять через эту величину. Эта связь проходит сквозь, как говорится, любые преграды. Она как бы изнутри, ну, из мнимого подпространства. И самое главное, что скорость ее реагирования, этой связи, она не так, вот, как там, опять же, классическая физика говорит, скорость любого влияния распространяется не больше, чем со скоростью света. В данном случае скорость влияния, скорость связи является равной нулю. Почему? Объясню. Потому что опять идут стереотипы. Что такое скорость? Это расстояние, деленное на время. Когда мы берем любое другое пространство, то мы рассматриваем там просто вот этого расстояния, его нет. Его нет. Поэтому, когда мы массу делим на время, то расстояние в метрах, его не существует вот в этой величине. Поэтому там происходит все перемещение от 1 килограмма, допустим, до 2, но в том пространстве происходит мгновенно. Поэтому, когда нам говорят, что никак непонятно, почему, например, на гироскоп действует мгновенная сила. Вот когда на него давишь, у него прецессия идет. Как только убираешь палец, он мгновенно замирает. И никак не могут понять, почему мгновенно. Потому что мы на него действуем не в пространстве расстояния, а в пространстве этих самых моментов и сил, или массы, допустим, или вращений угловых скоростей, а там нет расстояния, поэтому там нету природы, нету материи, на которую можно было потратить время.
Не знаю, доходчиво объяснил или нет. Доходчиво. Но постарался как мог, да. Так вот, организм, это то, организмы, множество организмов, это тоже своего рода физическое пространство, которое описывает, которое охватывает вот, количество, всю совокупность этих организмов. И организм в нем, как и в любом математическом пространстве, не всегда являются действительными. И они могут быть реальными, могут быть мнимыми. Я вот даже в своей книжке написал такой пример, очень интересный, на мой взгляд. Потому что не все понимают, как это мнимый организм, причем мнимый организм может быть и человеком. Ну, во-первых, я сам создал где-то в 90-е годы, в 99-м, что ли, году, создал журналиста с определенным именем. Он был даже директором информационного какого-то центра, участвовал в выборах, участвовал в баталиях, в теледебатах, и его не существовало. То есть я его создал на кончике пера. Также я создал одного религиозного деятеля, который спорил с сегодняшними нашими религиозными, известными религиозными, очень высокопоставленными деятелями, с ними, и участвовал с ними в интервью. Эти вещи были опубликованы, но этого человека никогда не существовало. И вот таких людей, а, кстати, его еще долго хвалили за там, журналистскую, ну, какие-то там подвиги и тому подобное. Так вот, таких людей создается очень много. Когда мы говорим, например, о каких-то людях древности, которые якобы что-то придумали, какие-то знаменательные такие события, которые якобы что-то открыли, нужно понимать, что среди них очень много мнимых организмов, которые никогда не существовали, но они требуются сообществу людей как собирательные образы, которые потом вшиваются в память и на которых строится определенная политика. Ну, например, вот всем известный мнимый организм – это Колумб, Христофор Колумб. Почему он мнимый? Потому что он четко идет по главному мифу, он как раз обозначает того голубя. Ну, кто хорошо знает библейский сюжет с Ноем, можно объяснить вот этой параллелью. Когда Ной плыл на ковчеге и якобы спасался от потопа, то он выпустил голубя, а голубь в переводе называется Колумб. И вот этот голубь отыскал новую землю, на которую они причалили, и там счастливо зажили. Вот Колумб – это и есть тот самый голубь, буквальный перевод его. И самое главное, что когда Колумб поплыл на трех шхунах туда, в эту Америку, кстати, в Индию он поплыл, то шхуны так и назывались. Мальчик, ребенок, бочка и мать. Ну, я условно говорю, Дева Мария. Это тоже главная составляющая вот этого главного мифа. Я в прошлые разы говорил, что это вот как раз сказка о царе Салтане, когда ребенка с матерью нехороший отец печатал в бочке, и вот они поплыли к острову Буяну. И в данном случае Колумб как раз открыл вот этот вот остров Буян в виде этой Америки. Поэтому, может быть, конечно, несомненно, кто-то открывал эту Америку, но кто это был реально, мы сейчас уже, конечно, никогда не узнаем. А мифологически выдумали персонаж, который выгоден с той или иной стороны, и вот назвали его Христофор Колумб. И, кстати, не факт, что это было в это время, это могло быть и в какие-то более ранние времена, более поздние времена. Этот процесс мог длиться долгие столетия или тысячелетия, ну, смотря как это все подносить и как это все реально было. Так что, возвращаясь к новой философии, вот смысл ее именно в том, чтобы настроить человека, как говорится, на новый лад. Уходим, мы сегодня уходим от той физики, которая была, уже даже, если судить по тем множественным роликам, которые появились в Ютубе, то мы уходим и от космоса. И я, хотя и закончил кафедру ракетных двигателей, и близко, как говорится, дружу с космосом, но вынужден, нас это и накачивали, и все это объясняли, я всем своим нутром понимаю, что космоса нет, потому что не из-за того, что я как бы вот просто взял, встал на путь антагонизма, и мне вот не нравятся космонавты и космос. Нет, и я наоборот, только за. Но просто нет ни одного доказательства его существования, ни одного. Было бы хотя бы одно, я бы с удовольствием бы за него зацепился и плюнул бы на эту тему вообще. Вам сейчас расскажут про удивительный НАСАвский проект, скорее такой, знаете, филиал Голливуда.
вот это то, что как раз они снимают. И вы правильно сегодня сказали, что не было никаких путешествий на Марс, что все-все-все космические корабли, которые когда-либо туда отправлялись, все зонды и так далее, они все находятся на Аляске. И можно даже использовать Google, как говорится, Google в помощь, все это дело многократно увеличить, и вы просто найдете, там есть даже определенное место, где все-все-все они лежат, оно, это место вычищено, и абсолютно все-все зонды, все там. И много, конечно, вопросов возникает, когда задумываешься о космосе, и начиная от того, что там странным образом вакуум находится, да, в определенном каком-то состоянии, почему он черный, когда Солнце излучает белый свет. Много вопросов, тем более, что они говорят о том, что Солнце очень жаркое, очень-очень жаркое, ну, по крайней мере, так нам говорят, да, и оно же, как они говорят, оно согревает Землю. Тогда какие же там бешеные температуры должны были быть? Ни одна обшивка, ни одного космического корабля просто не выдержит такие и радиации, и температуры, и многое другое. И когда уже человек начинает об этом задумываться, он уже начинает сомневаться в истинности той науки, которая нам представляет все это. Я говорю и о физике как таковой, и об астрономии. Мне очень интересна тема, которую вы затронули, потому что действительно существует такое понятие, как человек, да, есть понятие клона, мы уже его затрагивали в предыдущих роликах, и все это подчиняется цифровым законам. Ведь неважно, вы созданы, и вам было внушено знание о вашем прошлом, я имею в виду память, да, была включена, либо вы действительно живорожденный человек, не имеет значения, все равно мы все подчиняемся определенным цифровым законам. Мы смотрим цифровое телевидение, мы используем цифровые гаджеты, и цифры действительно нашей жизнью управляют. И вы сказали о том, что нас что-то связывает в этом цифровом пространстве. Это одна из величин, это расстояние. Да? И физики действительно меряют все квадратом расстояния. Но что мне интересно, во-первых, квадрат расстояния на маленьком расстоянии, скажем так, это прямая линия. Да? Если мы говорим о больших расстояниях, то в пространстве существуют спирали. Вы нам в прошлый раз рассказывали о том, как разворачивалась планета по спирали. Если уж космос и существует, он тоже должен быть спиралеобразным. То есть здесь уже R выступает не в качестве расстояния, а в качестве радиуса, некой величины на каком-то уровне, где все правильно раскручивается. Мы тоже написали книгу, она, правда, еще пока не вышла, она выйдет только 12 апреля, и мы там использовали технологию, позволяющую нам делить величины. У нас есть делитель, делимое, и очень интересно в этом вопросе математика объясняет, да, то есть какое количество чего-то находится в чем-то. И в этом выражается как раз результат этого деления. И когда мы обнаружили, что, используя деление, можно получить гексаграммы, есть такой в эзотерическом инструмент, это гексаграммы, они строятся, как сказать, в таком нагадании, скажем так, да, то есть можно подкинуть палочки, подкинуть монетки, что угодно загадать, у нас получаются сплошные линии или пунктирные линии. И мы обратили внимание, что вот эти гексаграммы состоят из 6 полосочек, можно так сказать, 2-3 граммы, да, одна из этих триграмм является базисом, делителем, а есть делимое, которое является верхней частью. Так вот, делитель должен всегда достигнуть делимого. Он же является только частью, а его задача получить целостность. И когда вы сказали, что единица, деленная на r квадрат, это как раз и есть показатель связи, а дальше, если мы берем 2 деленное r квадрат, 3 деленное r квадрат, то есть это двойная или тройная и так далее связи. Да? То есть получается, что гексаграмма, мы в книге это описали, она является связью человека с родом. Но при этом она еще действительно описывает, я поэтому так сейчас воодушевлена, она описывает, по сути, расстояние между этим человеком и его последним потомком рода. Это удивительно, нам есть над чем подумать, и даже есть возможность написать еще дополнение в нашу книгу. Интересно, что в этом организме, который вы описали, да, вот вы говорите, вот сегодняшний проект, каждый элемент, вы правильно отметили, каждый элемент имеет значение. Ведь стакан стоит именно так, чтобы было вам удобно, правильно? И меня он, скажем так, тоже устраивает. Если добавить какой-то элемент, то он уже будет вне этой системы. Но если этот элемент добавить, то он разворачивает другое пространство, другой организм, да, и получается, что каждый маленький элемент, он становится все шире, шире, шире. Мы с вами тоже не раз затрагивали тему делимых чисел, да, когда у нас после запятой много-много-много-много значений. Каждое последующее значение – это новая реальность. И чем больше значений, тем шире, тем интереснее, тем многообразнее тот мир, в котором мы живем. И мы тоже затрагивали тему, что сейчас пространство начало сворачиваться
исходить к исходной точке. И поэтому, если раньше мы делили, например, 31 декабря 1999 года делили на 7, у нас было очень много-много-много после запятой цифры, то сейчас становится все меньше, 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 меньше. Мы понимаем, что мы идем к точке. Ваша книга называется не просто «Механизм», там есть слово «душа». В цифровом пространстве душа — это энергоинформационное поле, то есть это совокупность знаний всех предыдущих воплощений, то есть как раз и есть количество цифр после запятой. В вашей книге душа — это что? Так, вы много тем очень интересно затронули, сразу по ходу отвечаю. Во-первых, вам еще в помощь, это по связи R². Дело в том, что в организме существует закон, называется коммуникативно все. Кстати, 10 законов в организме, и они имеют такую форму, как допустим, коммуникативно все. Он описывает, этот закон описывает то, что какой бы организм вы ни взяли, какую-нибудь пару организм, тройку, они в любом случае будут коммуникативны. Между собой в любом случае будут иметь связь. По какому пространству? Дело, как говорится, другое. Но связь между ними будет. И всегда эта связь будет стоять, условно говоря, внутри, внизу, как R². Только в разных пространствах будет по-разному. Так вот, смысл в том, что я когда описывал этот закон тоже, и у меня вышло даже в... Кстати, многие статьи по организмике вышли в трудах Института системного анализа, потому что он курирует мою деятельность именно по этому направлению. Давно уже, это лет, наверное, 15, наверное. Очень давно уже. Но это потому, что именно системная наука системно мыслящие люди должны, как говорится, это курировать, потому что остальные просто этого не понимают. У них мозги направлены немножко по-другому. Попендикулярно, как этот говорил, и там еще как-то. Так вот, на самом деле, эта единица, деленная на R², она, то, что вы сказали, соединение с родом, с последним человеком, она используется везде. Например, когда высчитывают количество абонентов для телефонов, когда высчитывают плотности движений торговых товаров, это сегодня этот закон, он везде используется, просто его не пиарить так сильно, как, например, закон Кулона. Но этих законов, я в своей статье тогда насобирал, которые известны, которые работают, больше 10. И во всех стоит вверху 2 организма, любые, например, 2 массы, 2 электрических заряда, 2 абонента, 2 человека. А внизу стоит R². И как раз строятся эти все потенциальные поля этих абонентов, людей. И на самом деле даже я в свое время хотел, не доделал, честно говоря, по археологии работу, где хотел рассмотреть археологическую культуру тоже через это, и связи между археологическими культурами, чтобы это было видно, как они между собой перетекают друг в друга. Потому что аналитической археологии пока не существует, она пока только фиксирует. Дальше что? Уже возвращаясь к самому этому R² и к окружности. Я не хотел, кто же говорит, раз уж, как говорится, пошла такая пьянка, то признаюсь. Я сейчас в прошлом году закончил работу, называется «Единая теория поля». И там с удивлением для себя нашел ошибку в первой производной. Та первая производная, которую все знают и изучают, по-моему, в школе. Я уж не помню сейчас, где ее изучают, но, по-моему, в школе. И первая производная — это dy по dx равно какому-то k, условно говоря. И мы, как всегда, рисуем k, это угол наклона какой-то прямой в декартовой системе координат. И нам это k говорит, что есть какое-то направление в результате, и оно куда-то показывает. Когда же я нашел ошибку, ошибка состояла в чем. Y, который мы берем, то есть любое направление, направление любой оси, это в любом случае вектор. И внизу x тоже вектор. Поэтому, когда мы используем 2 вектора, между ними нужно учитывать всегда синус угла. Иначе нельзя просто. И когда синус угла мы учитываем, тогда получается сложная производная. Долго говорить не буду, потому что многие не поймут. Смысл здесь в чем. Что когда это сложную производную считаешь, то получается не какое-то k прямолинейное, а 2 компоненты. Первый — ротор величины и дивергенция.
Ротор, он показывает, что идет вращение обязательно. То есть, вот, грубо говоря, мы с вами двинулись по прямой куда-то. Идем с каждым шагом, поглощаем расстояние. И вот мы начинаем закручиваться в любом случае. А дивергенция показывает, как мы закручиваемся. Если она равна нулю, то мы идем по окружности. Если она плюс, то мы по раскручивающей спирали. Если минус, то мы к центру. Вот и все описание. То есть любая планета, которая в космос сегодня летит, вот по классике, она летит по своей круговой окружности не из-за того, что у нее какая-то гравитационная сила внутри, вот она к Солнцу, грубо говоря, а из-за того, что она находится в состоянии покоя. И состояние покоя, оно всегда приводит планету к движению по окружности. А эллиптическая окружность, она устроена тем, что дивергенция у нее изменяется от плюс какое-то количество величины до минус. И вот это двойное изменение, оно делает на окружность, добавляет еще две половинки эллипса. И получается, смысл-то вот всего лишь в этом. И никаких там гравитационных волшебных сил, их не то что не существует, их принципиально даже их не нужно для объяснения, когда учитываешь вот все компоненты. Поэтому и вторая сторона этого, этой первой производной, в том, что бы мы ни делали, что бы мы ни просчитывали, любая ситуация, она все равно вращается. Поэтому, когда мы берем и говорим, например, об электроне, и нам говорят в школе, а вот электрон, он вращается, и вращение это происходит вечно. И вот возникает всегда вопрос, а вот как вот, допустим, что значит вечно? Разве он при каждом обороте не тратит энергию? Ведь, кажется, он же вращается, это же движение. Он же может с орбиты на орбиту, да, еще перескакивать. Да, еще и перескакивать. Оказывается, нет, вот это как раз и есть вращение, это и есть состояние покоя. А не то, что точка лежит. Поэтому ньютоновские законы, которые мы учим в школе, они неправильны. А правильные законы мы применяем только, как говорится, уже на более поздних сроках обучения, уже в институте. Это начало термодинамики, это уравнение Максвелла. Вот там как раз стоят дивергенции и роторы в тех же самых первых производных. Просто мы этого не понимаем, потому что аналитически мы еще пока этого не увидели. Я вас сейчас очень сильно удивлю. Дело в том, что мы тоже в свое время изучали нумерологию, и началось все с того, что мы стали обращать внимание, что какие-то цифры за что-то отвечает. То есть, ну, знаете, как идет некое подобие, когда встречается цифра 1, например, и с ней связан определенный ход событий. Мы обнаружили все это, дальше стали изучать и поняли, что здесь вот возник какой-то некий блок, потому что если выстраивать цифры как от 1 до 9, или там, неважно, от 0 до 9, то мы образуем некую ячейку, она нас ограничивает. А потом мы стали думать, ведь все в пространстве действительно вращается, а дай-ка мы закрутим. И мы начали вращать цифры, а потом начали вращать числа. У нас 22 числа в нумерологии, есть еще больше, большего порядка. И тут мы обратили внимание, что они не просто вращаются, они вращаются по определенным законам. И вот благодаря этому нам удалось открыть такое понятие, как нумерология, кармическая нумерология. Мы увидели, что карма вращается, причем она вращается, не всем зрителям будет понятно, потому что только магистры владеют, она вращается горизонтально, и еще вращается вертикально. Поэтому у нас есть такие две техники, это горизонтальная и вертикальная прокрутка. Но и это тоже еще не все, как говорится, как на магазин на диване, да, мы вам еще добавляем. Когда уже начинается раскручиваться все это, то это мы можем выстроить в виде линейной диаграммы. У нас тоже есть такая техника. То есть мы, условно говоря, круг разрываем, как переменный ток создается, да, разорвали круг и выстроили его в виде линейной диаграммы, как планету Земля развернули, да, картинку. И интересно, что вот эта вот вся картинка, она идеально просто сочетается с молекулой глюкозы. Вот я просто развернула ее и показала химикам, они говорят, ой, да это же молекула глюкозы. И тут у нас зародилась такая идея. Так получается, что если все это, закон подобия даже действует, все это можно разложить на какие-то химические составляющие, а глюкоза – это очень важный химический элемент, да, в организме. И мы стали искать, и мы нашли очень много химических элементов, используя простейшие нумерологические какие-то законы. И все выстроено именно на цикличности. Вот, например, если у человека нет в дате рождения цифры 7, вот в самой дате, то у него карма циклична. Каждые 9 лет он будет проходить абсолютно один и тот же сценарий. Даже рост человека, с которым он встречался, даже имя может повториться, хотя бы совершенно другой человек. То есть получается, что мы живем действительно вот в какой-то программе, и у нее ограниченный функционал. То
То есть программа почему циклична? Потому что если бы она была, не была бы циклична, у нас было бы миллиарды вариантов, правильно? Угу. Кто-то написал некоторое количество, ну, допустим, миллион вариантов, да? И пустил его по закрутке. И вот она и вращается, 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 вращается. Поэтому и история циклична. И наука все время ходит по кругу. И эзотерика, она тоже циклична. И законы философии. И законы философии цикличны. Вы опять вернулись к законам, которые когда-то уже были написаны, но вы их стали широко изучать и уже в рамках существующей науки раскрыли больше. Так все-таки, что же такое душа в вашей системе? Да, ну вот теперь смотрите. Возвращаемся к вашим циклам, вот этим, которые вы открыли и которые вы разорвали. Все понятно, да, mm-hmm. это мы и даже звук, вот, например, вот вы говорите, если я записываю на аппаратуру, на звуковую аппаратуру ваш голос, то, в принципе, у меня есть всегда несколько вариантов его оживление, так скажем. Я могу вас же взять и сказать, скажите то же самое. Вот это будет первый вариант. И когда я сравню две гистограммы, у меня получится то же самое. То есть вот вы первый раз сказали, вот вы второй раз сказали. Второй вариант, я могу, например, посадить оркестр какой-то, и вот фрагментиками, зная, какой оркестр, какой инструмент играет где, чуть-чуть заставить, и они сыграют тоже вот то, что вы сказали. Угу. Даже будет вот копейка в копейку, как говорится, но только это будет очень трудная работа, очень сложная. Но музыка вся создается так. Даже упрощенный вариант — это вот сэмплеры, известные сэмплеры, они тоже сэмплы записывают, и потом их просто воспроизводят, и получается музыка. Но существует еще и третий вариант. Мы берем карандашик, вот, который на этом рисует, на электрическом носителе, это как он называется, не помню, и на планшете просто рисуем этим карандашом такую же абсолютно кривую, как вот ту, которую вы сказали, uh-huh. и нажимаем кнопку play, и он выдает абсолютно то же самое, что вы сказали. Поэтому и мы ее рисуем математическим способом, то есть внутреннее, то, что фиксирует положение грифеля этого карандаша, оно пишет просто характеристику какой-то кривой математическую. То есть там нет ни одной материальной составляющей, там только числа, только цифры, только какие-то функции и тому подобное. Вот нарисовали, проиграли, и мы получили, с одной стороны, записан ваш живой голос, а с другой стороны, нарисован ваш живой голос один в один. Поэтому вот это, на мой взгляд, это самый яркий такой пример, что никакой материальности, как вот в которой мы живем, по большому счету, не существует. И все материальные объекты мы можем, создать, да, мы можем создать цифровым способом. Пример из своей жизни. Жалею, что не записал, я просто, вот настолько было это для меня, даже для меня неожиданно, потому что, ну, я вроде как все-таки считаю себя в этом плане продвинутым, но для меня это было неожиданно, признаюсь. Где-то примерно полгода назад позвали на презентацию, в Храме Христа Спасителя была презентация фильма, который был о Кремле. Вот. Ну, мы пришли туда, и пока собирался народ, там были наши все эти бомонды и тому подобное, небольшой зальчик, и на сцене танцует балерина. Ну, музыка идет какая-то, балерина хорошо танцует, так она освещена, нормально. И вот все собираются в этом зале, пьют там всякие коктейли и тому подобное, и смотрят на нее, как она танцует. Ну, поскольку я балет не очень люблю, снимать не стал. Смысл в чем? Вот какое-то подошло какое-то время, когда она прыгнула вверх и рассыпалась в пыль. И вот тогда стало понятно, что это была там 3D, 7D, там 127D графика. Я пожалел, что я не записал. Потому что этот вот сам момент перехода от того, что ты считаешь живое, к тому, что ты видишь, как оно рассыпается на цифровые, вот эти, даже их не молекулы, как на цифровые ячейки, да. Вот этот момент, он очень интересен, потому что вот только что, вот ты 100% был уверен, что перед тобой человек, и ты видишь, как он вот прям перед тобой. У меня даже сначала было, ну, все равно же какая-то реакция в голове есть, вот когда обдумываешь то, что ты увидел. Все равно она какое-то время занимает. Я вот сначала думаю, надо же, раз. И вот как-то прям мысль, она вот так, как вот ищет, как слепой палочкой, она ищет быстро ответ на вопрос, что ты в конце концов увидел. Ну и поскольку все-таки известно уже,
то ты понимаешь, что да, вот перед тобой 3D-графика там, или 7D-графика. А если мы вот такую же аппаратуру все это вернем сейчас где-нибудь на столетие назад, то я думаю, что там несколько другая бы реакция была. Может быть, и за священником послали бы, хотя бы, чтобы он изгнал кого-нибудь. То есть материальность и цифровая сторона, на самом деле, сегодня мы уже начинаем понимать, что это все стыкуется до такой степени, что уже вот-вот-вот-вот мы уже начнем себя оцифровывать и подключаться к тому же интернету и к видеоиграм не так, как вот мы сегодня через джойстики, а напрямую. Подбежал, оцифровал и побежал вместе со своим танком там куда-то. А потом бегаешь еще и свою жизнь собираешь. То есть, в конце концов, мы придем и к этому варианту. Так вот, что теперь, что такое душа? Вот получается, в структуре организма, организм существует как следующая структура. У него есть внутренние какие-то информации, ну, какой-то набор. Вот мы видим, например, на столе два стакана, книжка и это, и вот нас еще. Это набор информации, которые, в общем-то, могут существовать бессвязно. То есть мы можем в любом месте найти, например, такие книги, такие светильники, сами, может быть, в любом месте. Но как только мы на всю эту информацию опускаем некую управляющую матрицу, то есть некий закон такой, некий алгоритм, даже лучше сказать, не закон, а алгоритм, который выстраивает, что, например, ваше кресло стоит жестко там, мое здесь, вы сидите там, я здесь. И как только все это алгоритм прописывает, мы получаем новый, абсолютно новый качественный организм, который является вот телепередачей, например. И вот этот алгоритм, он работает для любого количества, для любого и всякого состава информации. Вот теперь представьте, что мы с вами, допустим, два виртуальных там таких каких-то бога. У нас есть несколько кучек аминокислот. И мы говорим, что вот здесь там такая аминокислота, здесь такая-то. Мы можем их вот как берем иголочку на ниточку и начинаем нанизывать и делать из них ДНК. Вот аминокислоты, их навалом везде. Это, как говорится, не проблема. Они в пище во всей. Поэтому мы ее и едим, эту пищу, чтобы их потребить, чтобы они у нас вставились в нашу ДНК. А вот составить ДНК – это уже новая программа, которая должна вот эту неупорядоченную информацию выстроить таким образом, чтобы из этого набора аминокислот получился какой-то рисунок, который уже управляет определенными функциями и создает определенные механические, там, интеллектуальные или другие ресурсы. Вот набор алгоритмов, то есть получается так, что тело человека, ну, сама вот его материальная структура, это как раз набор вот этих исходных информаций, которые для нас, вот для людей, они являются, они располагаются на уровне вот этих аминокислот. Ну, так уж сложилось, видимо, какой-то программист сделал вот так, чтобы мы состояли из них. Может быть, это до нас, допустим, была кремниевая жизнь, может быть, еще какая-то. Но вот мы сейчас вот такие. Это первое, это вот тело, как бы любого человека, любого живого объекта, живого из нашего мира. А душа – это тот набор алгоритмов, которые формируют это тело и заставляют его функционировать так, как вот оно должно функционировать. То есть душа – это не только набор механических алгоритмов, что вот переставляю ногу так, 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 и ты тогда пойдешь, но еще и набор мировоззренческих алгоритмов, набор всяких алгоритмов, которые устанавливают связь между, например, сердцем и легкими, между тем-то и тем-то. И вот совокупность всех вот этих алгоритмов – это и есть душа. Душа человека или душа какого-то существа или душа какого-то механизма. Если мы, например, берем станок с ЧПУ, любой, то в нем тоже есть набор каких-то материальных каких-то вот информаций, ну, например, станина, там, рабочий инструмент, какие-то поворотные колеса, подводящие механизмы и тому подобное. У него есть какой-то набор датчиков, которые сами по себе, они и слепые, и глухие, и тупые, и ничем не обладают. Но если мы их поставим в определенные места и все это соберем так, как надо, и дальше сверху наденем на эту конструкцию алгоритм, тогда мы, нажав кнопку, мы получим работающий механизм, который будет тоже одушевленный. Только его душа будет, вот по сравнению с нашей, например, душой, конечно, несопоставима. Он может, например, делать четыре простейших, ну, например, строгать какую-нибудь железную болванку. Вот
отстрогал и остановился, отстрогал и остановился. Вот его душа, она может только это. А наша душа может быть, ну, например, ну вот это, книги писать, там, музыку изобретать, математикой заниматься. Но мы должны всегда понимать, что и мы тоже ведь не предел. Нельзя же себя ставить в конец очереди или в начало ее. Существуют еще и те, которые поумнее, у которых душа уже делает какие-то более сложные вещи. И вот душа, это в моем понимании и вот в моем описании, это как раз совокупность тех алгоритмов, которые управляют конкретным организмом. Ну, в принципе, в нашем понимании примерно то же самое, просто у вас очень такой научный подход, да? У нас, в нашем понимании, душа — это тоже совокупный опыт, который идет из воплощения в воплощение. А опыт — это тоже часть алгоритма. Опыт — это алгоритм, да, я с вами согласна. Интересно, знаете что, мы тоже в свое время тоже изучали эту тему, и есть различные культуры и различные исторические пласты, которые говорили, что душа, например, находится в крови. Кто-то говорит, что душа находится в сердце. Кто-то говорит, что душа — это разум, кто-то говорит, что душа находится за пределами и так далее. То есть у всех локация души различна. По сути, если говорить о том, что душа — это совокупность информации, да, то мне кажется, что все-таки она должна быть связана с чем-то металлическим. Ну, как мне так кажется, я просто сейчас объясню, к чему я веду. Все дело в том, что душа, как носитель информации, должна быть на чем-то записана. То есть не в философском, а в реальном, вот как носитель информации, как у нас в компьютере есть флешки, жесткие диски и так далее. Все это металлическое. Кровь, как часть нашего организма, вы уже говорили о том, что это отдельный организм, это сейчас мы тоже затронем, она как раз металлическая. Ну, можно так сказать, что это жидкий какой-то металл, да? И вот там как раз хранится информация, действительно может. И когда в древности совершали различные обряды, то чтобы получить знания от этого человека, они пили его кровь или кушали его органы, по сути, потребляли кровь. Мы в одном из роликов затронули тему того, что сейчас идет глобальная перестройка организма. То есть, если раньше, мы уже тоже с вами это обсуждали, душа жила в деревянном теле, да, потом она в каменном еще жила. И, конечно, мы сейчас уже дошли до вот этого биологического не очень удобного тела, которое ни в какие, как говорится, рамки не лезет, потому что оно очень не износостойкое. То есть оно действительно быстро портится. И следующим этапом, который мог бы придумать себе человек в качестве внедрения вот этого некого искусственного разума в тело, это, конечно, металл. Металлическую эпоху человек уже проходил. И опыт не очень хороший, но тем не менее почему-то все идет к этому. Сейчас действительно все знания, все книги что оцифровываются. Человек привыкает к цифровому пространству, к мышлению как компьютер. Мы даже работу сейчас выполняем как компьютер, да, по папочкам, по полочкам, в каких-то системах. Коды даже говорить стали практически на компьютерном языке. Очень много фильмов снимается на тему, что разум человека оцифровывается, тело погибает, все это загружается в какое-то другое пространство. И сейчас разрабатывается в лабораториях огромное количество роботов, ну, киборгов, можно так сказать, да? Неужели действительно человечество идет к тому, чтобы переселить разум в какую-то другую форму жизни, и эта форма металлическая? Я почему еще спрашиваю? Мы очень много общаемся с детьми Индиго, это наш основной, я бы сказала, профиль, мы умеем их по цифрам определять, и, конечно, нам они интересны. Они говорят о том, что они жили в 3500-х годах, то есть для них наше время — это прошлое, они закинуты в прошлое. Угу. И они говорят о том, что внутренние их механизмы, что наука развита на очень высоком уровне, в основном везде роботы, техника, цифровое пространство, 3D, 7D графика и многое другое. И они говорят о том, что наше будущее связано с робототехникой. И мы действительно это видим. Возможно ли вот эту душу, чисто теоретически, душу переселить в какое-то другое тело? Ну, во-первых, похвастаюсь. Я несколько лет входил в число 5 отцов-основателей робототехники на одном из сайтов, который был посвящен. Сейчас не знаю, может быть, меня оттуда уже убрали. Вот. Но входил, как оказалось, заслуженно, потому что, оказывается, в институтские годы я написал какую-то серьезную работу. Я, честно говоря, о ней забыл. Но мне тут напомнили недавно. Они, оказывается, это секретные, потому что я на секретной специальности, и секретная какая-то работа серьезная была. Но я, честно говоря, себя не то что оправдываю, а как бы вот утешаю тем, что организмика на самом деле это
та наука, которая позволяет подвести базу под робототехническую жизнь. Естественно, конечно, если мы берем сегодня, например, даже что далеко ходить, вот Паралимпийские игры, они у нас как такой некий образец роботизации человека, потому что человеку, определенному инвалиду, потерявшему ту или иную конечность, ему выставляется робототехническая какая-то часть, и он может соревноваться, принимать участие в таких же соревнованиях. То есть, да, вот есть такой момент, как утеря части тела и ее замена. Это уже мы проходим. Есть другая функция, когда, например, идет работа с взрывоопасными какими-то вещами, то применяются роботы, применяются роботизированные оснастки для человека, опять для того, чтобы выполнить задачу поставленную и сохранить свое физическое тело. Ну и дальше мы можем, конечно, фантазировать сколько угодно. Мы можем, например, нафантазировать, что в конце концов нам придется вылетать в космос, не сидеть ждать какого-то шаттла или какого-нибудь Бурана неделями, пока он туда полетит, и миллионы. А если нам нужно срочненько там на Луну смотаться, чтобы привезти в ведро лунного грунта, вот позарез надо там под помидоры насыпать, то мы должны иметь какой-то такой инструмент, ну, например, какой-то, условно говоря, какой-то скафандр, который мог бы выполнить эту задачу, достичь Луны и вернуться, и сохранить внутреннее тело человека, который в нем находится. То есть мы должны понимать, что это скоро будет, от этого отмахнуться, ну, никак нельзя. Я, кстати, недавно придумал нулевой закон робототехники. Ну, как недавно, я его в одной из своих книг уже озвучил, но сейчас еще раз озвучу. У нас есть три закона, и вот нулевой закон, на мой взгляд, он самый главный, и, как говорится, я прошу его, вот всех зрителей, чтобы все-таки вставляли именно в начало вот этих законов робототехники. Он звучит примерно так, что прежде чем начинать контакт, любой робот обязан оповестить, что он робот. То есть робот, грубо говоря, должен представиться, вот я робот, и только после этого начинается контакт. Любая попытка умолчания представления должна расцениваться как попытка захвата власти, попытка убийства и тому подобное. И этот робот должен быть уничтожен. Вот тогда, в этом случае, мы можем себя гораздо более серьезно застраховать от агрессии со стороны будущих роботов. То, что она будет, это 100%, потому что это плавное мероприятие, которое уже начинается сегодня. Ну, некоторые не верят, что многие народы у нас робототехнические, некоторые верят, но факт остается фактом, и уже много говорится, что некоторые целые государства уже составлены из роботов. Так это или не так, покажет время или покажет количество могил обычного человечества. Переход от простого человека к роботу начинается, грубо говоря, с сердечного там адаптера, который позволяет человеку получать какие-то импульсы для жизни от какого-то механизма. Потом заменяется, грубо говоря, руки, ноги, части черепа. Но это тоже все равно машина. Заменяется 5-10, но в конце концов мы так незаметненько перейдем к варианту Джонни Мнемоника, который будет иметь внешнюю или внутреннюю уставную какую-то цифровую память, и мы будем видеть перед собой, ну, как бы абсолютно вроде нормального человека, начиненного таким количеством гаджетов и всяких компьютерных вещей, что с ним не сравнится ни один самый продвинутый телефон. А вы говорите о том, что есть уже такие народы. Это что за народы? Ну, на мой взгляд, Юго-Восточная Азия, она является в какой-то мере вот именно тем регионом, который состоит из роботов или клонов, потому что на некоторые вопросы, не то, что я к ним плохо отношусь, нет, но просто на некоторые вопросы в их сторону не существует ответов. Ну, например, каким образом у них сформировалось такое количество населения? Ответов на этот вопрос нету. То есть, вот, допустим, 200 лет назад их просто не было ни одного. И вдруг они появились. Непонятно как. Женщины не могут обеспечить такой прирост населения своими реальными возможностями по деторождению. Это любой демограф об этом скажет. Дальше, второе. Древних могил нет. Вот сейчас много спорим на эту тему.
даже люди, которые там живут, и которые готовы защищать Юго-Восточную Азию, как говорится, насмерть, что это, как говорят там, Китай, это древнейшая цивилизация, ради бога, мне это все равно. Пусть она будет даже самой древнейшей, пусть они даже с Альфа-Центавра пролетели. Я, как говорится, приму все, что угодно, только нужны доказательства, ну, хоть какие-то. Но они могут сказать, что кремация была. Ну, могут сказать. Тогда пусть покажут те деревья, которые они сожгли или сжигали. По деревьям-то у нас тоже опять проблемы. Угу. Ведь древней 200 лет опять деревьев нет. И возникает, что они сжигали, хорошо, чем? Ну, вот чем они сжигали, если деревьев тогда не было? И вот вопрос за вопросом цепляется, и проблемы в этом стоят. Не знаю, я не буду говорить, что до конца я как бы верю в эту свою гипотезу, но пока... Вот уже целый год или полтора мы как бы ее исследуем, и все равно приходит, как бы не вертясь, как бы кто против нее выступал, все равно приходит к тому, что приходится соглашаться с этим. А если мы берем еще больше ситуацию, например, вспоминаем, например, 60-е и 70-е годы, ведь как все происходило? До 60-х годов в Европе существовали человеческие зоопарки, и представители Юго-Восточной Азии, они сидели в этих зоопарках. Ну, это как нам сегодня говорят, фотографии навалом. Может быть, это были не зоопарки, может быть, это была выставка достижений народов, товаров народного потребления. То есть, может быть, нам показывали новые породы людей, которых они выводили в каких-нибудь закрытых лабораториях, и потом эти породы куда-то расселяли. Потом, после того, как прошли 60-е, 50-е годы, когда этим людям дали... равные права с белым населением, вдруг выяснилось, что американцы перевозят туда, в Юго-Восточную Азию, все свои заводы по производству различной техники. И вот только сейчас Трамп начал забирать их назад, эти заводы, а так они до этого момента туда их вывезли, и там они работали. Тоже возникает вопрос, интересно, как это вот 5 лет тому назад эти люди сидели в загонах, а через 5 лет они вдруг, как нормальные люди, работают у вас на всех предприятиях? А где тогда мировоззренческая проблема-то где? Где тогда вот этот вот разрыв шаблона, который должен был быть? Это вот, ну я условно, конечно, сейчас говорю. Представьте, вот у нас сейчас мы ходим в московском зоопарке, у нас там плавают в бассейне рыбки какие-то. Мы понимаем, да, вот эта рыбка, вот, ну, вот мы смотрим на нее с детских пор, мы привыкли, мы 1000 лет к этому привыкали, там 2000 лет. И вдруг... Через 5 лет мы видим, что заходим в какую-нибудь управу, какую-нибудь московского одного района, и сидит эта рыбка, которую ты вчера видел в этом бассейне, и она говорит, вам, Сергей Семенович, мы вам, да, минуточку, подождите. И вот как, вот, конечно, будет у человека разрыв шаблона, вот как это, не то, что она с ним разговаривает, это рыба, это фиг с ней, в сказках они разговаривали, а как она вот твое человеческое место заняла, и никто на это внимания не обращает, даже начальник, даже Сергей Семенович. И вот это вот почему-то этого не произошло в 60-е годы. Это абсолютно непонятно. Хотя в Америке, ну я имею в виду в Юго-Восточной Азии, во всем мире, хотя в Америке шли огромные гражданские войны именно на этом основании. Нам-то об этом, как говорится, не сообщают в школьной программе. Нам говорят, что, ну, какие-то волнения. Ну что волнения? 150-200 городов. Какое же это волнение? У нас все эти средневековые всякие восстания Пугачёва и тому подобное охватывало меньше количество городов в 10 раз. А тут 200 городов, оказывается, в волнении. Ну как это волнение, когда армию вводили? Какое же это волнение? Это гражданская война. И вот эта гражданская война была именно с этими индивидуумами, которые стали потом работать на вывезенных американских заводах. И возникает вопрос тоже, откуда появились? Откуда появились они же там, допустим, в Америке? Как они сделали эти анклавы? Они что, действительно на лодках переплывали? Может быть, они были первым этим, как он называется, Колумбом-то совокупным? То есть проблем на самом деле много по идентификации некоторых организмов. И самое главное, что не надо жить задним, как говорится, вот этим. У нас такие проблемы будут и в будущем, потому что мы уже затрагивали ситуацию с химерами. Вот представьте, что 3% химера будет состоять из человека, у которого 3% ей вкачано какой-то всякой, ну, грубо говоря, дряни. Или наоборот, положительной дряни. Вот.
Но никто из нас 3% эти, на взгляд, на вид, никогда не определит. Поэтому перед ним химера или человек, никто никогда не сможет это установить. И дальше это будет только накапливаться. Вдруг в каком-нибудь городе, какой-нибудь страны население вдруг откуда ни возьмись появится, например, 100-тысячное. И через какое-то время всем скажут, а вот знаете, вот, да нет, они здесь всегда жили, только не помнят, как вот жили. Ну вот с этого дня помнят, а до этого не помнят. Наверное, пили много. И мы тоже будем тогда и воевать с ними, с новыми вот этими химерами, и будут гражданские войны и тому подобное. А постепенно вся эта ситуация, она приведет к роботам. Потому что от химеры до робота, в общем-то, как говорится, один шаг. Только будут биологические роботы. Не так, как мы сегодня понимаем, что вставили, например, ключицу железную, и все, ты как бы не человек уже. Нет. Просто замена одной... В чем заключается человеческая роботизация? Это замена одной... Ну, как бы одной процедуры ДНК, одного какого-то большого фрагмента ДНК, который управляет какой-то функцией, на какую-то другую процедуру ДНК, которую мы сделали, вот как я говорил, как голос, нарисовали на экране, вставили, и у человека взяли, вот, допустим, и сзади выросло два крыла. Ну, вот сейчас пробуют, например, показывают нам одного козленку, у которого пятая нога сбоку выросла. Ну, вот примерно таким же образом. А мы будем... Ну, кстати, девушки могут подцепить эту ситуацию, сделать ее модной, как вот сейчас недавно было, накачивать себе губы на манер этих африканских мартышек. Ну вот, а тут на манер, например, кур будет, вот, маленькие крылышки будут прикольно носить. Будут себе изменять ДНК и будут появляться крылышками. А дальше эти крылышки могут закрепиться и в потомстве. То есть ситуация перехода к робототехническому обществу, она на самом деле выглядит не так, что нас атакуют пылесосы, и мы им проиграем в гражданской войне. Нет, нас атакуют изнутри. Я, кстати, когда организмку свою, вот, как бы, ну, как вот она, ну, во-первых, она мне пришла в течение доли секунды, я не знаю, как это назвать, пришла, спустилась, не знаю, понял. Ну, любой какой-то термин, который я не знаю, как он называется. Но я вот всю целиком науку узнал за одну какую-то там миллионную долю секунды. Просто вот мне как бы вкачали, и вот с этой секунды я ее знал уже наизусть. Со всеми законами, со всеми терминами, которых я тогда даже не подозревал, что это такое. Причем я когда писал ее и публиковал сразу в интернете на специальном сайте, то публиковал врознь, и там были, конечно, начало, концы, вот не связаны ни с чем. А потом, когда в книжку это все собралось, начало и концы совпали. Для меня это было очень удивительно, как это так было сделано мной, ну, как бы, типа, вот мной, что вот так угадать в числе 100 статей, чтобы все концы и начало совпали. Даже для меня это было очень как-то странно. Но самое вот интересное, такое поразительное, поразительный момент был. Это тогда, когда это был 2002 год, и интернет был не очень еще развит, и вообще почти не наполнен. Но все равно там уже были и поисковики, и Яндекс, и все, и Google. Google не помню, было или не было, но Яндекс точно был. Или наоборот. Так вот, я подумал, думаю, а что это как-то странно, а вдруг уже такое есть? Ну, мало ли, я набрал в поисковике, и там выпал всего лишь один вариант. Вот, найденный, там было буквально написано, что один ученый написал: «Организмика – новая фундаментальная наука, которая скоро будет создана». И я, конечно, прям так вот около компьютера так и упал. И там написано было этим человеком, он развивает бионику. А бионика, она является, он сам вот написал, что бионика, она является производной наукой от организмики. И вот бионика, она занимается как раз интеллектуальными протезами, заменой конечностей, вот этими всеми вещами. Поэтому вот я сейчас и говорю, что все это пройдет вот эти стадии, и все равно будут компьютерные люди, ну, не знаю, не то, что компьютерные люди, но роботизированные люди к этому и приведет, потому что даже по самой науке все равно получается, мы не можем от этого вернуться, потому что это опять мы попали под какой-то танк какого-то глобального алгоритма.
который мы, поскольку мы не боги, мы его не можем изменить. Ну вот опять-таки в древнем мире, даже в Египте, в пещерах, не в пещерах, а в гробницах, существует абсолютно очевидный факт того, что существовала достаточно развитая технология тогда. И там и подводные лодки нарисованы, да, и вертолеты. А в Древнем Риме вообще существуют фрески, где изображена богиня с компьютером. Тоже очень много всего, причем там достаточно четко показаны порты, USB и все прочее. То есть явно, что мы идем опять действительно по тому же кругу. И развитость технологий – это как раз противоположный путь. Мы должны называть дух духовность. И если мы говорим о душе, то душа накапливает свой потенциал как? Через опыт. Опыт, когда человек сам щупает, трогает и так далее. То есть если раньше мы ходили на ту же самую войну, так мы реально принимали участие в ней, да? То сейчас у нас уже существуют роботы, которые летят за нами, а мы только сидим с чашечкой чая и направляем, куда нужно все это двигать. И, конечно, мы опять повторяем эту историю, и опять придет все к чему? К перезагрузке всей нашей системы, всей матрицы. Опять нас вернут, ну, условно говоря, в каменный век, опять поставят на связь с природой, и мы опять начнем развиваться. В школе мне, помимо физики, очень нравилась генетика, такая наука, и она меня действительно вот просто воистину восхищала. Единственное, что я никак не могла понять, ведь в природе существует закон подобия, а человек подобен природе, да, и мне было непонятно, почему, если все в природе циклично, почему молекула ДНК не циклична? И у нас был вообще великолепный педагог, я ему очень благодарна, он такой, знаете, он вроде бы ученый, но с другой стороны, он исследователь. И он тогда говорил, что я еще в школе училась, он сказал о том, что нашли во льдах Антарктиды, нашли некие организмы, и об этом практически нигде не писали, но он был в составе исследовательской группы, которая этот вопрос исследовала. И он сказал, что мы нашли ДНК круглую. И здесь у меня тогда еще встало все на свои места, ведь мы поклонялись Богу род, да, род имеет круглую форму, и вообще все на Руси было круглое, либо спиралеобразное. То есть действительно получается, что молекула ДНК должна быть круглой. И он тогда рассказывал, прям взахлеб, я помню, как сейчас, как происходило деление той клетки. Но сейчас все очень просто, да, у нас она раскручивается, встает в прямую позицию, приходит некий стартовый кодон, и он начинает это все дело транслировать. А там было по-другому, вот как вот в наших детских игрушках, они просто расходились. Два круга, между ними связи лопались, условно говоря, они расходились, они были целыми. И когда вставал некий механизм, который кодировал, он кодировал все в точности. А как сейчас происходит? Вот она раскрутилась, пришла некая машинка, откусила стартовый кодон, а он состоит из трех нуклеотидов, вот она его откусила, и пошла трансляция. То есть она же должна зацепиться, и пошла трансляция, вот она транслирует. И получается, что с каждым последующим поколением стартовый кодон уходит, 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 уходит и так далее. А это же аминокислоты наши. И поэтому нам приходится потреблять больше в пищу аминокислот, чтобы восстанавливать вот это все. Если раньше мы съедали яблоко, и мы насыщались на целый день, то сейчас нам этого уже не хватает. А последующим поколениям, вот откуда будущий голод, это будет все меньше, меньше, меньше хватать. И если говорить о том, была ли генетика в прошлом, да, безусловно, была. Я знаю, что вы не очень придерживаетесь версии существования Шумера. Я тоже не считаю, что Шумер был отдельным государством, но даже как вымышленное государство, в нем есть определенный текст, на который нужно ориентироваться. И там был эпос о Гильгамеше, где очень подробно рассказывалось, по сути, о генетике. Да? И в свое время, когда Уотсон и Крик вроде как открыли, да, молекулу ДНК, это они не открыли, они просто ее показали. А все это было давно открыто. И вот как раз в эпосе очень подробно рассказывается о том, как формируется молекула ДНК. И там она уже все-таки линейна, ну спиральная, но она линейна. И значит, это говорит о том, что уже были произведены какие-то манипуляции, где произошло отрезание молекулы. Раньше, опять-таки, в то, что нам рассказывал педагог, молекула ДНК просто плавала в цитоплазме. И у большинства бактерий, где нет ни митохондрии, ни лизосом, да, ни рибосом, она просто плавает в цитоплазме. Ее не нужно было защищать. А когда ее разорвали, естественно, организм начал, клетка начала защищаться, и она облачила ее в некое ядро. И теперь все процессы проходят внутри этого ядра. Но чтобы ядро запустило некий процесс, нужна дополнительная энергия, поэтому появились митохондрии и так далее. То есть явно, что кто-то действительно какой-то, ну не могу сказать, что это высший разум, для меня высший разум что-то светлое, какой-то некий разум темный,
начал манипулировать с генами, с клетками. Он действительно произвел массу манипуляций. Он трансформировал и клетку, и трансформировал самого человека. Если говорить о Шумере, это был бог Энки. Он действительно этим всем вопросом занимался. И вот вы в прошлый раз говорили о стене, которая, помните, змея? Змея, которая распространилась. Мы сегодня раскрыли, что это такое. Это змея, которая не защищала людей от каких-то наводнений или военных действий. Оказывается, эта стена защищала людей от расовых генетических смешений, чтобы северные люди не скрещивались с теми людьми, которые были искусственно созданы. Ну, правильно, я просто в прошлый раз не стал это озвучивать. Видите? Вот нам сегодня Лев Клыков об этом как раз сказал, и мы с большим удовольствием этот вопрос будем дальше исследовать. Так вот, что интересно, если, получается, мы раньше занимались генетическими исследованиями, сейчас люди занимаются генетическими исследованиями, да? И если раньше это было сделано насильно, внедрено, если верить эпосу Гильгамеша, да? Или той же самой Библии, то сейчас так вот просто подойти к человеку, давай я тебе модифицирую твои гены, так уже не получится. И они придумали хитрость. Ну, согласен, сейчас скажу, почему. Хорошо, да, я договорю и скажу. И они придумали хитрость. Эта хитрость есть гибриды, гибридные растения. Мы сейчас не найдем уже нормальных растений. Я в свое время пыталась найти семена того же картофеля, увы. Уже не получается, а получается, что мы покупаем уже готовый картофель, который геномодифицирован, он гибрид. И вот эти гены встраиваются, и когда гены начали новые гены встраивать, а это не сейчас, нам говорят, что только появилось, нет, это уже 200-300 лет существует. И вот с этого момента на этом гибридном встраивании генов начало развиваться грибковое заболевание. Это был грипп сначала, всякие ангины и прочее, а сейчас уже более страшная форма – это онкология. То есть онкология – это следствие генетических манипуляций. Вы что-то хотели сказать? Ну, во-первых, я согласен с методами, вот последними, про грибковые и онкологию. Я сейчас тоже как раз пишу книгу по раку и по причинам его, и согласен вот с таким посылом. А по поводу… Что нельзя подойти и сказать, что давай я модифицирую твою ДНК. Нет. Просто если вот так говорить, конечно, да, скажут, нет, как же так. А если подходит, условно говоря, красивая девушка, ну, условно говоря, негритянка, подходит к симпатичному корейскому парню и говорит, давай там поженимся, а фактически это и есть перевод, я модифицирую твою ДНК, то, конечно, он, допустим, скажет, да, давай. Конечно, она модифицирует не его прямую ДНК, то есть он останется таким, как был. А вот ребенок, который будет его наследником, он уже будет модифицирован с помощью части ее ДНК. Поэтому метисация – это самое страшное, что сегодня, что вообще существует не только для человека. Я даже не буду говорить, что это про человека, а в самой природе. Потому что вот я тогда говорил, что есть два закона – это вычищение гибридов и закон Холдейна. Ну, допустим, ладно, это фамильные законы уберем. Просто вот природное вычищение гибридов. Он работает железобетонно везде. То есть нету никаких промежуточных стадий между какими животными. И вот пока этих промежуточных стадий нет, животные все здоровые. Посмотрите на стада, например, там зебры этих каких-то, там миллионные, тысячные эти стада. И они все здоровые. Или, допустим, саранча какая-то летит, съедает все на своем пути. Но она-то вся здоровая. У нее-то нет никаких ангин, действительно, ничего. Она вся как один в ружье. Вот. И чтобы действительно заразить, сделать больным все человечество, его нужно просто подсоединить к каким-то метисационным процессам. Допустим, когда у нас был СССР, Советский Союз, то государство было заинтересовано в том, чтобы на него работали рабочие, здоровые рабочие. Государству нужен был продукт от этих людей. Ему не нужно было, чтобы они болели и чтобы они прогуливали работу. Они должны были приходить, давать свой труд, и государство продавало их вот эту сделанную работу и получало себе деньги. Вот деньги оно получало от того, что продавало их труд, условно говоря, ну, переработанный. Когда сегодня развалили страну, то получается, что сделали что? Государство теперь не продает труд человека. Оно берет, получает свои деньги с налогов. А налоги собираются с какого-то предприятия, в котором работают те же самые люди, но уже как бы на уровень ниже.
Предприятие должно теперь не собирает, как вот раньше, например, деньги, да, а теперь платит. То есть вектор поменялся, и оно должно платить свои эти налоги со своего этого никчемного, как говорится, существования. И ему уже не выгодно содержать здоровых людей, потому что ему выгодно человеку заплатить как можно меньше. Ему, как говорится, плевать на его дома отдыха и тому подобное. Человек должен решать эти проблемы сам. И когда человек начинает решать эти проблемы сам, он начинает за них платить. Вектор опять меняется. То государство платило за человека, и он должен был быть здоровым. А теперь человек за себя платит, а государству выгоднее, чтобы он стал больным, потому что он с предприятий, обслуживающих его здоровье, получает налоги. Mm-hmm. То есть вектор поменялся кардинально. И государство сегодня является тем виновным лицом, которое уничтожает цивилизацию и само государство. Через больницы, через медицину, через все эти остальные институты. Это вот пошло в Америке, когда началась поголовная метисация, и там у меня просто есть товарищ, он когда приехал туда, его клан в Америке занимался обслуживанием больниц, домов престарелых, ну, такой у него клановый бизнес был. И парень такой сердобольный, он когда приехал туда, у него вдруг старики стали это, ну не то что выздоравливать, но почему-то дольше жить. Его вызвали на совет клана и сказали, что ты у нас выродок. Вот буквально это слово сказали, ты выродок. Мы тебя поставили для того, чтобы старики, как говорится, быстрее уходили, а ты начал это, ты нам приносишь убытки. И выгнали его, лишили его машины, жены, детей, и выгнали. Он ушел нищим в Индию. Вот как в Америке получается с этим вопросом. И в результате там заинтересованность в том, чтобы население быстрее, извиняюсь за выражение, дохло, при этом оно было изначально больным, и чтобы оно было изначально настолько больным, чтобы тратило на свои болезни как можно больше денег, регулярно не выздоравливало и в результате все равно умирало. Со всех сторон, то есть вот каждый шаг вот этой цепочки, он обложен деньгами, с которых государство получает эти налоги, и из которых оно живет. Поэтому виновным является государство демократического плана. То есть никакое другое вот государство не является таким виновным. Если мы ищем условного какого-то такого религиозного сатану, демона, дьявола, то это сегодня является демократия. В общем-то, перевод демократического государства, демократии, он и есть. Демон — это и есть демон. Mm-hmm. Кратия — это, ну, грубо говоря, пещера, где сидит этот демон. Это буквально, если переводить демократию. Так что, по поводу кольцевой ДНК хотел еще заметить. Тут вопрос не совсем такой простой. Я, конечно, понимаю, что стремление к чистым формам, оно существует, и хорошо было бы сделать ДНК такой. Но здесь я примером отвечу. Вот представьте, что мы искусственно ограничили определенный наш математический аппарат, искусственно ограничили кольцевым таким законченным действием. И что у нас получилось? Вот у нас кольцо получилось как? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3. Все, мы не можем перейти на 11. Ну, никак не можем. У нас следующий виток не начинается у нас, потому что конец сходится с началом. И проблема в том, что мы в результате такого изменения мы не сможем считать какие-то величины, которые больше 10. То есть мы за этот виток не выходим. Это я к чему? К тому, что когда условная природа создала вот эти организмы с этой кольцевой ДНК, то они решали определенную какую-то задачу. Ну, например, они были какими-то полимолекулами, которые могли... Это были бактерии, да? Ну, бактерии, да. Ну, полимолекулами, бактериями, которые вот могли делать какую-то функцию. Например, там, не знаю, квант света это поглощали и выпускали из себя там чего-нибудь еще. Ну, то есть какую-то вот одну операцию делали. Чтобы усложнить их, нужно что сделать? Разорвать эту штучку и добавить туда, вот в этот разъем теперь, какой-то еще код, то есть какой-то фрагмент алгоритма. Например, сегодня, когда мы делаем, вот, мы программируем те же сайты, например, вот написал там начало, середина и что-то в середине, начало, конец и что-то в середине. Mm-hmm. Вот замкнутая страничка сайта. Если хочешь, например, туда таблицу ставить, нужно взять код таблицы и вставить середину в разрыв.
И тогда у тебя система прочтет уже как это. Вот это новая ДНК. Поэтому человека, ну, я так думаю, что и дальше это все будет продвигаться, человек, он получил свою ДНК именно таким путем. То есть эту круговую структуру рвали. В результате у нас получилась условная вот ДНК, которая условно закручена, но она вот такая шнеком, еще и плюс, еще и как-то там. Да, вот это каждое элементарное закручивание, оно осталось от предыдущих разрывов, каких-то фрагментов кода. Но совокупность вот этого всего кода, она превратилась вот в такую большую страницу текста, который описывает явление, которое мы называем человеком. Тут вопрос какой? Конечно, может быть, визуально это некрасиво смотрится, ДНК, то есть она вот такая, как клубок как чего-то, ну, макарон, грубо говоря, какой-то вермишели. Она некрасивая, да, но другим противоположным способом мы не можем получить человека. А если мы ее вдруг возьмем, большую какую-то расческу, и сделаем, ну, как-то в красивый вид придадим, и, допустим, у нас есть такой станок, вот мы смотрим, мы там ее ДНК меняем, а вот с этой стороны мы уже смотрим, что получается, превью такое, то мы прямо увидим, что вот человек как-то в результате, по нашим меркам, превратит, это станет красивым, ровненьким, а это станет чудовищем. Поэтому здесь не знаю, что лучше. Ну, в любом случае, играть с молекулой ДНК – это противопоказано точно, потому что это там… Да. Действительно хранится информация не только о роде, потому что даже ученые говорят, мы открыли всего 3% информации, которая хранится в молекулах ДНК. И в этом опросе Петр Петрович Горяев, мне очень нравится, он говорит о том, что там записана информация о прошлом воплощении человека, о его предназначении, о его талантах, многое другое. Когда происходит облучение, то есть УЗИ, да, это облучение, то как будто бы с нее как ноты сходят, и мы уже прочитать молекулу ДНК не можем. Просто если бы я, допустим, вот представим себе, мы сегодня играем роли, да, вот если бы я была бы неким творцом, создателем, да, то я молекулу ДНК бы все-таки продумала бы в качестве катушки. То есть некая спираль, соединенная, она должна была быть целиковой и плотной. Почему? Чтобы происходило не просто накопление энергии, информации, да, но чтобы она и давала как источник энергии. А сейчас получается, у нас эту роль играет некая митохондрия. А даже в справочнике, в медицинском справочнике точно сказано, что митохондрия – это бывшая бактерия, которая хвостик куда-то ушел, и вот она осталась, и мы как живем в симбиозе. А там что? Да там… Там простейший трансформатор, там ничего иное, кроме, ну, действительно, пластины, где происходит накопление энергии. Так если молекула ДНК раньше имела такую как раз форму, она выполняла сразу множество функций, начиная от накопления информации, передачи информации, более точное считывание информации. Сейчас очень много проблем связано, когда идет трансляция молекулы ДНК, много странных кодов встает, они же похожие. Вот тимин и урацил, они похожи, да? Они могут встать не на свое место. А здесь все было четко и ясно. Она играла мощнейшую энергию. Я просто почему так много внимания уделяю генетике, я никак не могу ответить себе на вопрос, как так получилось, что люди, я имею в виду русская, наш русский народ, да, был магическим народом, обладали сверхспособностями, мы могли управлять и создавать пространство, мы общались и с природой, мы общались с высшими силами, и у нас была плазменная оболочка, а плазменная, вот сейчас у нас тоже есть эфирная оболочка, да, но если эфир разогреть, он начнет плавиться, то образуется плазменная оболочка, и она отсеяла абсолютно все виды воздействий, и тоже и грибки, и паразиты, и все. Я уже не говорю о магическом воздействии. Вот у нас все это было. И мы действительно находились в содружестве с природой. И вот эти нимбы, которые рисуют, да, это все опять-таки что? Плазменная оболочка. И она раньше была. Что-то произошло, из-за чего мы ее утратили. Утратили не только на уровне эзотерики, магии, но и утратили, естественно, на физическом уровне, на уровне генетики. И мне кажется, это связано с тем, что произошли какие-то манипуляции с генами, в том числе с молекулой ДНК. И если раньше дух – это более обширное пространство энергии, да, а душа – это часть ее, дух вселялся в тело человека полностью, всецело, и дух обладал настолько мощной энергией, что человек жил очень долго. И религиозные тексты об этом говорят, и легенды, сказания, сказки и так далее. Все об этом говорят, что жил человек очень долго. А ведь если в нашей сегодняшней молекуле ДНК заложен маленький кусочек информации, душа – то же самое, да, и потенциал энергетический у нее вообще теперь отсутствует, мы теперь ходим в банкомат к митохондриям, просим у нее энергию, то где же нам взять энергию для жизни? Если человеку не хватает энергии для жизни, он не задумывается о каких-то законах, вселенных,
о законах рода, ему некогда, и ну, энергии не хватает в первую очередь. И, конечно, когда мы говорим о том, что сейчас происходит цифрование пространства, цифрование знаний, то это не совсем положительно. Вот мы берем книгу в руки, вот с момента, как мы ее взяли в руку, она уже начинает говорить. Я вижу ее картинку, я ощущаю ее, и опыт я познаю тактильно. Когда я читаю, я могу задуматься, я могу смысл слов раскрыть шире. Я читаю подтекст этой книги. В цифровом невозможно. Когда мы читаем с экрана компьютера, это невозможно сделать. И мы, конечно же, всех наших зрителей, всех наших читателей призываем читать книги в натуральном эквиваленте. Да, потому что только так мы можем действительно понять замысел самого автора. Вы что-то еще хотели бы рассказать о вашей книге? Да по книге-то, в принципе, нет, потому что пересказывать смысла нет никакого. Да я и так, как говорится, не перескажу, потому что, когда пишешь, все-таки идет такой магический, как бы, ритуал создания формул. То есть все предложения являются, в общем-то, формулами, которые должны быть, вот как вы говорите, красивыми сами по себе, ну и нести такую же красивую информацию. А когда говоришь, это сложнее. Не может быть такого человека, я, например, никого не встречал, чтобы он сыпал такими красивыми формулами, и главное, что создавал бы их вот по ходу своей речи. Я таких не видел еще. Заученные, да, другое дело, а вот вновь, как говорится, испеченные, нет. Поэтому лучше, конечно, читать. Но просто еще раз напомню, что если кто будет читать, он уже ощутит, что перепрограммируется его сознание, организм. Ну, каждый по-своему, каждый в свою сторону. Но вот ощущение у них уже будет четко такое, это я уже точно знаю, уже, как говорится, проверено на себе. По поводу манипуляций над нашим геномом, над нашим ДНК, действительно, вот в родословной славянских, русских богов и народов там есть такой один моментик интересный. Когда ее составлял, это был, по-моему, 2006 или 2007 год, мне удивило, что все боги, они идут по двум генетическим родам. Ну, я назову их сегодня по гаплогруппам. То есть, вот, допустим, основные белые, условно, или там лучше, это, скажем, красные боги, они идут по гаплогруппе R1A1. И главное, что интересно, они нигде не пересекаются ни на какие другие и никак не изменяются. То есть, вот они идут и идут и идут. И есть еще черные боги, условные, ну, условный негатив, допустим, это вот линии Кощея, условно, Вий, Кощей, Дый, они неплохие, но они вот как бы боги другого мира, сейчас скажу, что это такой другой мир. Так вот, у них R1B, то есть разница всего букв, но род один и тот же. И как это вычисляется? Очень просто. Все эти боги, они вот так идут, 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 и выходят на тот народ, который является носителем только этой гаплогруппы. Все, причем все-все-все. Вот как вот там примерно где-то 90 народов, и они вот выходят только так. И никак больше. То есть там нет никаких вот этих гаплогрупп там типа N, C, N, E. Их просто вот даже рядом нет. Ни у кого. Теперь что интересно. Есть один персонаж. Это та, которую мы зовем Дева Мария сегодня. Ну, Мара, Мария. Это одна из персонификаций созвездия этих плеяд. Она единственная перешла в совокупление с представителем, ну, так скажем, обезьян. Вот. Это было первое, единственное. Вот от нее, по этой версии, от их пары пошли все современные, не, как говорится, не славяно-русские народы. И вот у них уже, вот от этой пары, у них, кстати, там по разным философиям, и ее хотели боги убить, и его убили. То есть вот почему сегодня, например, не русские народы, они очень сильно чтят этого, как Орион. Вот потому что вот этот насильник, который насильно ее взял, надо будет сказать, что она не сама все-таки, а насильно, это и был тот самый охотник дикий Орион. Почему они его так и любят? Потому что он был их родоначальником. Но он не является потомком линии русского народа. И вот от этого, от этой пары, от этого насилия, от этого изнасилования пошли все остальные народы.
И, конечно, генетика уже совсем стала другая. Там попали и Е, и Н, и тому подобное. Но это совершенно другое. А потом уже пошли в определенные годы, по моим данным, это примерно где-то средние века уже, когда народы начали смешиваться уже вторичным кругом. Ну, например, на нашей территории, вот если брать чисто, например, данные только Большой советской энциклопедии, не выходим за ее рамки, за рамки советских вот этих исследований, не выходим никуда, то именно в там, 14, 15, 17 века на наших территориях появились пришельцы из условного Китая, то есть вот из Азии, оттуда, с той стороны, и начали возникать вопрос народы типа башкиры, татары, кто там, чуваши, вот эти все, это, например, на востоке. На западе появились представители тех народов, которых мы сегодня называем средиземноморской расы. Вот. Ну, такие черненькие, с бровями в одну строчку. Такие, ну, как бы симпатичные, опять же, на вкус и цвет. И вот от смешения с ними начали появляться славяне. То, что мы сегодня называем славянами, вот они начали появляться. И так вот по периметру пошли разные смешения. Сегодня поэтому вот ядро, которое было здесь в центре, оно, условно говоря, и даже и в центре сегодня, вот в Москве у нас как бы монголов больше, чем в Китае. Поэтому еще неизвестно, где процент монголоидности больше, в Китае или у нас здесь. Ну, считаем, что как бы у нас поменьше, но, как говорится, все равно картинки это не изменяет. У нас получается так, что сейчас уже, если раньше были, условно говоря, чистые, даже встречались в деревне, с одной фамилией, например, там Петрова, Сидорова, условно говоря, это говорило о том, что они живут замкнутым образом и не берут к себе генетически никаких других пришельцев. Даже вот в том же Дагестане, например, можно то же самое найти, когда дагестанские замкнутые села живут, я тут разговаривал там с тамошними, они говорят, что у них замкнутые бывают там анклавы, когда за пределы села они выходят ну, как сказать, брак не выходит. Нам сегодня вот эти лжеученые говорят, что, мол, типа, вот инцест, это плохо, и, типа, надо впускать все время свежую кровь. И в результате вот эти лжеученые, которые не понимают просто, о чем говорят, они формируют больное население, причем в рамках планеты. И я считаю, что из всех преступлений, которые существуют в реальности, то есть которую мы можем придумать, вот это преступление должно караться немедленной смертью. То есть как только человек заявил о том, что смешение народов дает положительный какой-то эффект, его надо сразу изолировать от жизни. Потому что иначе просто найдутся всегда те сотни тысяч, миллионы, которые ему поверят, и это будет превращаться в беду для их детей. Вот смысл. Причем не для них. Да, они-то там поверили ради Бога, как говорится. А вот дети, что будет с детьми, и потом внуками, и правнуками, это уже получается поколение, которые будут сидеть только в очереди к врачу. Ну, вот, кстати, опять-таки поднимаю вопрос того, что все наше пространство, оно цифровое, программное. Ведь мы очень много ответов сейчас стали получать, получив, по сути, что? Компьютер. До этого момента мы только философски могли рассуждать, что что-то здесь не так, и не понимали, как. Когда мы получили компьютер, сразу стали изучать его, мы поняли, что наш мир очень подобен компьютерным технологиям. Что интересно, вот вы затронули тему того, что произошло клонирование людей, да? Потому что по-другому невозможно было, во-первых, заселить такое большое количество материков, это раз. И во-вторых, действительно, когда погибали народы, и нужно было новый народ вводить. Да, но в этот новый народ не просто нужно было вводить, а он должен был быть более-менее жизнеспособен. Ведь если просто копировать некий объект, вставить, то мы как говорим, копировать, вставить. Копирование не может быть абсолютным, потому что у нас идет, откусывается кусочек, да? Нужно было какой-то кусочек добавить. То есть копировать, вставить. Вот почему происходит замещение генов, чтобы молекула ДНК была такая общая. То есть получается, действительно, функция, которую используем на компьютере, копировать, вставить, она как раз об этом и говорит. Геном копируется, вставляется новый геном, какой-то новый дополнительный ген. Отсюда происходит разнообразие вот этих вот новых народов, да? Но здесь еще интересно, мы же не просто копируем, вставить делаем, мы же что делаем? Ctrl, C,
C, Ctrl, V. Да. А Ctrl по-английски что? Контролировать. То есть, по сути, те самые, они контролируют само процесс копирования, и они же контролируют процесс, что? Постановки, скажем так, новых генов. И, если... и они контролируют общий тренд, да. Получается. Вот это безумно интересно. То есть, по сути, в нашем компьютере есть абсолютно все подсказки, нужно просто это видеть. Дело в том, что, опять вот возвращаемся к организмике, дело в том, что законы и материального, и нематериального мира, они все одинаковые. Непонятно, каким образом они были созданы на самом деле, но они оторваны от всякого времени, от всякого пространства и работают, как говорится, тупо в любом месте, куда их вводят. Mm-hmm. Поэтому говорить, например, о том, что мы создали компьютер по своему образу подобию, ну, можно, конечно, но, в общем-то, нет, потому что мы-то созданы так же, получается. И тогда кто-то скажет, что, извини, тогда вас какой-то компьютер создал по образу подобию своему, а почему тогда мы не в форме шкафа? Ну, и нет, вопрос стоит как раз в том, что функция человека, функция вот какого-то аппарата, она и внешний вид его, он танцует от той вот матрицы, которая им управляет. Вот какой будет набор генов, нуклеотидов, там, не знаю, совокупности всяких, пересечений каких-то еще, может быть, там, пускай даже включаем мутации. И вот эта вся совокупность, она будет отражаться на внешнем виде и человека, и компьютера, и тому подобное. Поэтому если начинать от одного, вот нуклеотидика, то мы будем получать какой-то условную, условный там протовирус какой-то. Будет там 100 этих нуклеотидов, будет вирус, будет миллион или 100 тысяч, будет бактерии, ну и так далее. А будут уже миллиарды, будет уже человек. То есть, грубо говоря, существует какой-то некий заказчик по имени, условно говоря, жизнь, допустим. Uh-huh. Он говорит, вот мне, например, надо завтра, чтобы вышло в пространство, например, там миллион бактерий, 20 тысяч человек, там, ну и все, вот набор. Ему там условная какая-то машина по производству всей этой биомассы, она ему делает вот ты-ты-ты-ты-ты и разбивает по количеству нуклеотидов. И все это идет программными способами, средствами. И действительно, условно говоря, если бы мы посмотрели бы сверху, это действительно было бы Ctrl-C, Ctrl-V. Потому что на этом этапе уже ничего не изобретается. Зачем изобретать молекулу какого-то вируса, если вся ее формула уже есть, нужно нажать только пару клавиш. И все. Mm-hmm. И она опять появилась. Даже слово вирус, опять-таки, есть компьютерный вирус, да, есть вирус. Да. Человека, все, конечно, взаимосвязано, и если вот обращать внимание на такие, казалось бы, мелочи, то можно действительно параллельно изучать какое-то другое знание получать. Но здесь, конечно, очень важно не только в книге смотреть, не только вокруг себя, но и смотреть те же самые фильмы, там очень много подсказок о различных параллельных, скажем так, знаниях, которые действительно, они по сути являются основными. Я так понимаю, что вы ввели некого героя в эту книгу, да, чтобы иносказательно передать всю информацию. Но по сути, как я понимаю, герой, хоть он и вымышленный, но он на самом деле описывает то реальное, что существует на самом деле. Просто высказано оно в очень такой красочной художественной форме. Герой здесь, это, в общем-то, конечно, в какой-то степени даже я, естественно, но я старался делать так, чтобы человек, который, чтобы это была некая герой, чтобы это был какой-то определенный капсулой, куда человек, который читает книгу, он мог залезть и с помощью него, как уже манипулятор, исследовать эту книгу изнутри. То есть как бы получается так, что для каждый человек, ну я по крайней мере так задумывал, чтобы каждый человек мог уже считать, что этим героем является он. Ну, конечно, может быть, не 100% этого удалось. Я в 100% варианты никогда не очень-то верю, потому что это, ну, божественный уровень, а мы его, к нему не приближаемся, как говорится. Но я что еще хотел добавить? Вот раз мы говорим про всякие циклы и замкнутые системы, я как раз тут сейчас в новой книге своей разработал именно такой вариант в отношении нашей реальности, нашей истории. На мой взгляд, он очень интересный. Почему? Сейчас объясню я так вот в нескольких штрихах. Смотрите, допустим, если считать, что сначала, например, жили человеки, которых создал условный Бог, которые были сами практически сынами Божьими,
и они были вот настоящими там чистыми людьми. Потом они создали себе условных клонов. Для чего? Для того, чтобы улучшить свои возможности. Для чего мы клонов создаем? Ну, чтобы они стали нам помогать, чтобы они могли вместо нас куда-то там сходить, а потом принести нам какую-то информацию. То есть они идут как расширение наших возможностей. Вот эти клоны потом заселили, этими клонами мы потом заселили определенные какие-то территории, допустим, 19 век. Потом вот эти клоны, они посмотрели и подумали, что как же, вот вы сыны Божьи, у вас есть сказки, например, у вас есть боги, которые, от которых вы ведете свои рода, а мы как? А у нас нет этого. У них по программе и по этой книжечке, которая, вот как она называется, и по инструкции, у них этого не положено. Поэтому что они сделали? Они взяли и срисовали, скопировали нашу историю и сделали себе религию. В религии, где, а в религии они написали, что мы не можем называться сынами Божьими, но мы можем сказать, что мы заключили с Богом определенный договор. Ну, договор, допустим, на обслуживание. Хорошо. Вот у них получился какой-то определенный свой Бог, которого они выдумали, от которого они произойти не могут, потому что они знают, что они машины. Но фактически получается интересная штука, что своей всей массой они выдумали, они создали как бы нового бога, и он стал новым организмом следующего уровня. То есть они его создали своими вот, своей верой, своими поступками, своими ритуалами совсем. То есть вот это такой виртуальный организм, про которого я говорил. Теперь дальше идет следующий шаг. Когда все привыкли, что вот эти боги существуют, их выдуманные, которых не было в реальной истории, но вот откуда-то они взялись, они теперь существуют. И вдруг потребовалось, надо куда-то их разместить. Куда? И в этот момент как раз пришло, наступил конец 20 века, начало 21-го, придумали интернет, решили, что такие боги должны жить в виртуальном пространстве. Пошли работы в этом направлении. В этом направлении работы двигались. До чего дошло? То, что люди научились себя оцифровывать и заводить туда, в это виртуальное пространство. И туда загнали вот этих всех богов. И эти боги стали олицетворять именно это виртуальное пространство, которое внутри находится. В реальном это были реальные боги, а в виртуальном вот, загнали туда вот этих. Ну, грубо говоря, условно говоря, Яхва перебрался туда. Из непонятного бытия, где с ним был какой-то условный договор, он перебрался туда и стал в виртуальности уже реальным богом, от которого начали происходить те местные, следующего уровня организмы. Но они стали полностью виртуальными. То есть вот этот Яхва стал породителем той кучи организмов, которые стали плодиться внутри компьютера. То есть это включая те же вирусы, те же какие-то программы, еще что-то. Он начал давать жизнь вот тому третьему поколению. После этого повторилась ситуация такая же, как у нас было. Опять то следующее поколение искусственно созданных, оно опять задалось вопросом, как же вот у этих вирусов реальных есть папа и мама, вот такой виртуальный бог, а у нас нет. И они решили создать себе уже своего нового, как говорится, бога, и придумали ему новое пространство. И вот если вот эту всю систему долгую замкнуть, то они создали себе из виртуальности в реальном пространстве нового бога. И вот теперь замыкаем начало и конец, и они создали наших богов. И тогда получается вот это очень интересное такое большое колесо, когда наши выдуманные нами компьютерные, как говорится, клоны создали выдуманных для себя живых богов, которые стали нашими родителями. Получается, очень сложно. Да, получается сложная система, и она состоит из двух половинок. Одна как бы не живая, а другая живая. Но для двух противоположных направлений бытия они как бы являются альтернативами такими, скажем. Роботы, как говорится, для себя создали Бога в виде живого существа, а живые существа Бога в виде виртуального существа. И вот такое вот колесо. Я сколько думаю над этим, я уже впервые этот алгоритм ввел в книге «Кувырок Луны», и там как раз описано, как наши потомки изменяют наши, ну, как влияют на события 20 века. То есть, вот, например, с Эйзенхауэром встречались в видении инопланетян,
Ну, и вот такие, такого плана. Вот все НЛО, которые мы сегодня видим, это как раз вот результат вот тех наших проявлений наших будущих детей, правнуков и тому подобное. Может быть, и работает этот механизм и алгоритм. Если вы говорите, что все циклично замкнуто, то может быть и так. Наверное. Спасибо вам огромное. И если говорить о том, что у механизмов есть душа, то если мы говорим о роботах, то, конечно, речь идет об алгоритмах. Если говорим о человеке, наверное, душа — это что-то большее, чем просто некий алгоритм. Это опыт, это его связи, это его эмоции, это его чувства, это его знания. Немного-много другое. У нас сегодня получился совершенно удивительный день, потому что мы целый день сегодня затрагиваем тему души с различными интересными исследователями. И, конечно, мы замкнули все на таком цифровом представлении души. Огромное вам спасибо. Надеемся увидеть вас еще раз в нашей студии с новыми книгами. И дай бог, как говорится, вы уже увидите нашу новую книгу, мы тоже о ней подробно поговорим. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие телезрители, вы знаете, что мир наш не так прост и не так сложен. Он ровно таким, каким вы хотите его видеть. Если вы хотите видеть его цифровым, он таким и останется. Если вы хотите, чтобы он стал для вас неким природным проявлением, он будет таким. Какую бы версию вы ни избирали, по какому бы течению научному вы ни шли, вы рано или поздно все равно придете к истине, и мы будем идти рядом с вами. До новых встреч в нашем проекте. С вами была Джули По в проекте «Лабиринт». До свидания.